Ну, але тут пробують рахувати правду виборців. Також за непідтвердженою інформацією кажуть, що арештанти продовжують барабануватися. Поліція не збирається брати штурм, а все сподівається на перемовини. Тут періодично виїжджає швидка допомога, але поліція не коментує цю інформацію. Наразі в мене все. Студія. Коллега довольный такой? Да. Ну? Молодец, корреспондентка. Невозмутимая такая, ничем ее не пойму. Ну ничего, дорогие друзья, мы увидим всю эту информацию гораздо раньше официальных новостей. Блин, Рома, ну если я не беру трубку, я занята на телефоне, что я текст на телефоне. Бюджет нашего канала, нашей съемочной группы раз в 100 меньше, чем вот это. И вот, дорогие друзья, вы узнаете ту же абсолютную информацию совершенно бесплатно. Вы сами видите, дорогие друзья, насколько наш канал опередил все ведущие телеканалы новостей Вильной Незалежной. Насколько оперативно работает наш канал и насколько... Ну, вы сами все видите. Эти приветствия. Обнимашки после того, как уже все завершилось. Ну и теперь вам расскажут то, что вам нужно услышать, дорогие друзья. То, что позволено, то, что срежиссировано, то, что разрешат показать и рассказать. Оттуда уже вышло где-то с десяток вот таких вот колонн изнутри. То есть там наводили порядок конкретно. Надолго ли неизвестно. Посмотрите еще раз на этот забор, который охраняет опасных преступников. Не знаю, сколько ему еще отведено. Не дай бог, конечно, землетрясение или какое-то другое стихийное бедствие, и он завалится сам по себе. Экипировка солидная.
сегодня жарко. Осторожно, работают профессионалы. Видите напор воды, который течет по всей улице. Это результаты работы пожарных, которые загасили подожженную тюрьму. Мотаться туда-сюда обратно. Видимо, не просто так. Фу. Вам еще это не надоело, дорогие друзья? Я уже раз 25 это прослушал. Бунт в одесской колонии. Вот так работает профессионал. Жарко бедному? Или что? Мне тоже. Только ему 30 лет, а мне Друзья, если посмотрите мой репортаж, вам может показаться, что здесь произошло 1125 бунтов. Нет, это все один и тот же. Это корреспондентный тормоз. Ага. Ну что там? А у нас
А у нас бунт в одесской колонии. Поехали. Бунт в одесской колонии. Самое странное. Откуда я все знаю? Главное недовольство – это отсутствие и качество еды. Они устроили поток, чтобы привлечь внимание общественности и СМИ. Как только пожарные его подошли, свои трудные решали штурмовать захваченное здание или удастся убить заключенных станций. Огонь. Фу, дела, зависла в ночь, не, средь бела дня. Ай, пипец. Так, что-то новенькое. О, Украина! Привет коллегам. Что не опаздывают. Все основное, уже самое интересное уже прошло. Все самое интересное посмотрите на моем канале. Напомним наш канал, дорогие друзья, студия гонщиков с Одессы. За третий час ведет репортаж с места событий. Ой, она психанула. Вы видели? Нет, вы этого не видели. Вырвала микрофон и убежала. Забрала сумочку и убежала в тенек, в холодок.